Так. Ой, а ты чего ты так вырядился, а? Ну, będziemy mówić dzisiaj o naszym mistrzu. A. Więc trzeba było, wiesz, z szacunkiem jakoś tak do tego podejść. Слушай, ну так ты бы мне сказал бы, я бы хоть там это платье вечернее надела. Подожди, это ты решил, что ты что ли будешь рассказывать про театр? Ну, а мы же все говорили. Ну, мы договорились, что вместе будем. Так, подожди, подожди, сейчас я вернусь. Подожди, ничего не рассказывай, ведь Ну, лучше, чем было. Ладно, все, давай не будем отвлекаться. У нас сегодня тема важная. Угу. Театр. Два плюс ку. Владимира Захарова. Владимира Захарова, моего любимого мастера. Жил-был однажды один добрый волшебник. И звали его Владимир Захаров. Но волшебником он стал не сразу. Сначала он работал на очень серьезной работе. Был робототехником. Правильно же, да, это называется? Так. Да. Робототехник. Да. У нас точно называл мехатроник. Да, он изобретал, там, выдумывал, очень много создавал. А потом он пришел в театр кукол. Угу. И началась совсем другая жизнь, да? Он, ну, все так же продолжал выдумывать, создавать, но уже для Томского театра «Кукол Скоморох». Вот там-то он работал, он был даже там актером. Да? И да, я думаю, что именно там он уже начал становиться волшебником. Может быть, так. Позже Владимир со своими куклами и со своими самыми-самыми близкими друзьями построил настоящий театр. Правдивый театр. Представляешь? Свой театр. И с тех пор зрители начали приходить в этот театр не просто на спектакль, но и в гости к волшебнику. Угу. Такой театр-дом. Домовый театр. Настоящий. Правдивый. Давайте немного по нему виртуально прогуляемся. Подходите поближе. Клюнуть хочется. Не дотянусь. Московское время 12 часов 24 минуты. Ой, это я нечаянно. Я же не кукушка. Не, просто механика похожа. Мозги размякли, тесто тестом. Кто я? Вас, что вы все стоите тут? Отойдите к кассе, там вкусно денежками пахнет. Не слушайте ее, не слушайте. Тут у нас и касса, тут и гардеробка. Кругом самообслуживание. Да не скупитесь. Я не про разделение, я про билеты. Билетики, билетики. Самостоятельно, да-да. Сами же и принимайте решение. За сколько взять билетик. А потом сравните, какой спектакль и во сколько вы его снимете. Все можете исправить. Я тут буду все время. Какой сегодня спектакль? Драм подземелье.
Ой, сколько кукол было создано! Но самые любимые куклы зрителей – это ёжик, заяц и медвежонок. Так, всі улюбляли ёжика. Ой, як дівчини шалали за ёжиком. Да, даже мастер сам говорил, что очень многие влюблены в ёжика. Так, ну? А, слушай, хотя был ещё был Жан. Вот, да, Жан – это мой старый друг. Эх, Жан, отличный парень, а. А вот эта бабушка, смотри, она сидит на входе и встречает зрителей. Смех с ним был дуже. Ой, да, очень я ее люблю. Вот сидишь вот с ней рядышком, она, значит, сидит такая, носочки вяжет. Просто там кому-то, да? Так, да, она прям вяжет носочки. Мне, знаешь, сколько носочков связала вообще? Так? Да, вообще ножки не замерзали ни разу. Так она сидит, носочки вяжет и сказоньку тебе рассказывает. А слушай, как мел на имя там та лялька, с которой звонким так над сценой? А, ну звонила. Так это тоже мой друг, это Коля. Да, Коля Шторкин, да. Коля Шторкин. Да, это очень важный персонаж в театре. Он давал звонки и собирал, организовывал зрителей. Можно сказать, администратор театра. А он часто себе жарты на возрабил, не, за фашистки? Ой, да, он вообще молодец. Он продолжает сейчас трудиться в этом театре. Вообще, тот еще кадр. Ой, спектаклей-то сколько было тогда у Владимира. Ой, не сосчитать. Во многих волшебник сам выступал автором текста. Вот представляешь, вот не только текст, он вообще все сам придумывал. Представляешь, вот сам все придумывал. И декорации делал сам. И кукол, и текст писал. А песни-то какие он пел, ну ой, ты просто на гитаре как играл, ну просто же заслушаешься. А сколько людей, сколько кукольников мечтали познакомиться с волшебником. И однажды он начал учить других. Да и столько последователей у него появилось, столько спектаклей, что и всех не сосчитать, представляешь себе? Ой. Конечно, ну конечно, до волшебника нам еще очень далеко. Ой, да, не то слово. Но он для нас всегда как пример, как человек, который вот своими вот этими руками, вот своей вот этой вот душой смог создать такое невероятное, такое теплое место, в которое хочется возвращаться снова и снова. Ну, что было дальше? Зачал принимать учеников, да, и... Да ты все знаешь, что было дальше. А дальше волшебник ушел в другой мир. Я уверена, что этот мир тоже волшебный. И, наверное, он бродит сейчас по другим совсем, но тоже волшебным лесам. И все ищет. Как и раньше, он ищет свои волшебные красивые коряшки, корешочки, а может быть даже строит свой новый театр. Здесь же остались его ученики, последователи, которые помогают театру жить и нести дело мастера в мир. А еще-то, вот 2 года назад, например, так вообще целый большой фестиваль имени Владимира Захарова. Ты на нем выступалась, кстати, что? Да. Выступалась, там и то не раз хыба. Да, но об этом я еще думаю, что так, обязательно никто расскажу. Никто бы не секрет, скажу, да. Никто бы не секрет. Да, и очень-очень много там было учеников. А сколько там было кукол, и сколько... Они же приехали со всех разных городов, свята, да, с разных стран. И спектаклей привезли столько. Ой, я даже не помню вообще, успела ли я там все посмотреть. Очень уж их было много. Ой, спасибо всем тем, кто сейчас живет и творит в этом театре. И... Ой, так.
И спасибо всем тем, кого уже нет с нами, но вы навсегда остаетесь в наших сердцах, в сердцах учеников, зрителей и кукол. Эх, здорово. Да, мастер будет судовно. Да, как же я скучаю по этому театру. Надо всем привет передать. Так, привет. Всем привет, Томску. Будем очень без вас скучать. Еще до вас зазвоним. Будем еще с вами контактовать. Да, вот видите, какой замечательный театр. Не театр, а мажение попросту. Действительно, не театр, а мечта. Добре подійшли, так? Ну, тут цілком... Ну, кажется, нічим неплохо розказати. Цілком не ждати, що... Це ще цілком панічі, да? Мені тут спокійно. Так, ходім. Пойдем посмотрим. Вдруг ми там наснімали чого-то.